Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, признанный виновным в получении взятки, приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима. При этом суд назвал смягчающим обстоятельством для Урлашова наличие ребенка и престарелой матери. Вместе с Урлашовым по этому же делу проходили два его советника. Одного из них оправдали, а второго приговорили к 7 годам. По утверждению прокуратуры, Урлашов и его коллега получили 14 миллионов рублей. Это чуть более 200 тысяч долларов. И вымогали еще около 450 тысяч долларов США. Сам бывший градоначальник своей вины не признает и считают дело политически мотивированным. Урлашов, который является близким соратником основателя партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова, был задержан 3 июля 2013 года.